Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас загрузочка игры Кибер Хантер. Что за эта игра, что я могу о ней сказать? Игра еще доступна только в тестовом режиме, но игра идет с предрегистрацией. Прежде всего, по этой игре хотелось отметить, что уже скачивание достигло миллиона, что очень-очень круто для игры, которая еще даже не успела выйти. Официальная игра выйдет 29 числа, 29 месяца, соответственно, 29 апреля. Вот, поэтому ждем эту игру и будем надеяться, что она будет топовая. Потому что скачиваний много и говорят, что эта игра может превзойти самой Fortnite. Поэтому будем надеяться, что именно так и будет. Fortnite будет потихо курить в сторонке. Вот, ну, будем надеяться, что да, игра топовая, и прежде всего у нас загрузочка. Добро пожаловать в игру, соответственно, здесь вот у нас храбрые странники, тарам-пам-пам, бета-тестирование. Если тебе интересно, вот, можешь почитать, значит, вот, как-то вот так вот сервера уже запустились, а вроде, и будем надеяться, что все будет. Плюс также у нас доступен будет новый ивент и тому подобное. Поэтому будем надеяться вот что-то вот как-то так. Вот другие исправления ошибок. Сезон второй начнется 29-го. Вот о чем я и говорил. Поэтому будем надеяться. Немножко, может, я информацию неправильно тебе дал, но я думаю, именно я тебе дал правильно. Насчет того, что игра будет огонь, то, что скачивание, я тебе это точно дал. Значит, сервер Европа, нажимаем начать. Сделаем, соответственно, настроечку. Я поставлю HD, ультру пока не буду. Ультра HD, ультру делать. Эти средние, короче, самую серединочку поставлю. Все. Подключение учета данных. Смотрим. Также пишу я очень поздно вечером. Поэтому тоже такой тест у нас с тобой. Насколько хорошо удалиться, например, вечером хромакей, чтобы я, например, если вдруг захочу когда-то еще раз записать видосик вечером, и у меня не будет времени это сделать днем, то насколько будет хорошо это все дело убираться, да, удаляться. Также рядом уже, так как поздно, рядом находится сын, и если ты какие-то звуки услышишь, то это именно он. Поэтому не ругайся, не бомби и наслаждайся видео. Вот, а у нас заставочка. Заставочка 74%, и, возможно, они не загрузятся, потому что в прошлый раз у меня почему-то не загрузилось. Будем надеяться, что в этот раз все будет огонь, все будет топово. Вот, и именно вот так вот. И если же не получится видашки по этой игре, то я все равно, наверное, роличек выложу. С надеждой на то, что игра все-таки будет работать. Я не знаю, хотя уже вроде как мне отписались, писали, что игра уже, в принципе, работает. Вот, но она у меня почему-то не прогружается. Я не знаю, по какой причине, из каких причин она у меня не идет на эмуляторе. Будем надеяться, что она будет идти, как и все остальные игры. Хотя бывает, иногда игры не идут. На самом деле 74%, да, и все закончилось на этом. Вот я тебе на полном серьезе говорю, что все это дело закончилось. Оно висит, оно больше ничего не делает. Как и было в прошлый раз. Никаких изменений, ничего. Давайте попробуем так. Значит, попытка номер 2, опять все та же игра Кибер Хантер, я вырезал момент, не знаю, пытаюсь я все-таки ее запустить, не запускается по какой-то из причин, видать, какие-то там, не знаю, темные силы мне мешают противостоять, да, то есть отталкивают меня от этой игры, говорят, не надо, не пиши, вот, поэтому будем надеяться, что все-таки это дело у нас загрузится, я не знаю, что с этим делать, давайте попробуем изменить сервер, возможно, попробовать изменить сервер, поставить какой-нибудь китайский и посмотреть на нем, что да как будет, вот, возможно, мне потом из китайского сервера не выпустят, но я, по крайней мере, попытаюсь сейчас хотя бы запустить ее. Так, значит, проверка данных пользователя, хорошо. Загрузочка идет. Девица на нас смотрит. Ну давай, ну прошу тебя, ну прошу, игра, ну пожалуйста. Ну, сервер Европы. Так, здесь вот опять вот эта же информация. Закрываем. Давайте пробуем выбрать не сервер. Сервер Европы, да, он свободный. Сервер выберем Северной Америки, блин. Попробуем вот Северную Америку и нажмем начать. Может, будет что-то лучше, не знаю. Европа, по крайней мере, не грузится. Северная Америка догрузилась до 82%.
И, по крайней мере, висит. Я не знаю, что с этим делать. Вообще никак не получается мне записать эту игру. Без понятия. Без понятия, что с ней делать. Не хочет грузиться. Вообще никак не хочет. Ай-яй-яй, обидно. Обидно, обидно вообще. Тоска, печаль, грусть, обидка. И все. Ну, проблема даже, походу, не в самой игре, на самом деле, как я понял, а проблема в эмуляторе. Почему-то они конфликтуют между собой, потому что конфликтуют. Потому что после того, как игра запускается и... Все, да, то есть потом я выхожу в эмулятор обратно, получается, и игра просто-напросто не загружается, ничего. То есть там вообще уже эмулятор просто от этой игры больше не работает. Приходится перезагружать сам эмулятор и попробовать новый запуск, да, игры. Тогда только начинается все работать. Вот. Не знаю, как, какая-то конфликтация эмулятора. И если кто-то запустил эту игру на эмуляторе, напишите, на каком из эмуляторов вы запустили, и, возможно, я тогда попытаюсь еще раз сделать это. Ну, я сделал попытку, я тебе это записал, ролик показал, у меня ничего, к сожалению, не вышло. Игра топовая должна быть, вот, а мне обидно. Поэтому, ребятки, на сегодня это все. К сожалению, видео не получилось. Коротенькое, прям коротенечкое такое видео, виташечка. Поэтому простите меня, я вот прям вот так вот перед вами каюсь, каюсь. А-а-а, как мне плохо, как мне печально. Я просто расстроен. Вот, поэтому, ребятки, к сожалению, как-то вот так вот. И на сегодня именно вот так вот. Будем надеяться на чудо. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забываем поделиться видео с друзьями, я хотел бы тут сказать, но, к сожалению, тут делиться, в принципе, особо-таки нечем. Просто расскажите, что да как по этой игре, и будет все огонь, все будет классно. Вот, на сегодня это все. Удачных вам заходов в игру, удачных вам каток. Всем пока-пока.